Всем привет! Я вот тут сижу у рабочего станка. Руслан решил зафиксировать этот момент. Вот это моя большая картина, про которую я рассказывала в одном из видео, 70 на метр размером. Она у меня почти закончена и даже, в принципе, вот уже высохла достаточно хорошо. Вот только крупные мазки пока не просохли. Остался маленький штрих, остался нарисовать человека, уходящего в свет вот здесь. Эта картина на заказ, идея была моей заказчицы, вот она для нее, ну, символическая картина, вот, и в принципе даже уже отправляла ее внешний вид, вот, пока вот человека сегодня я должна закончить, дописать его, вот, а и так еще вот тут вот эта вот новенькая работка у меня, эта работка тоже в принципе этого месяца, вот. Это вот часики купили в Ашане вчера, очень тоже хорошо вписались. В принципе, у меня на стенах экспозиция все время меняется, потому что какие-то работы продаются, какие-то дарятся. Вот у сестры было день рождения несколько дней назад, ходили праздновать, и одна картина была подарена. Так что экспозиция все время меняется. А вообще, я хотела бы, наверное, теперь уже, вот когда попробовала большие форматы, написать для себя несколько больших работ, убрать все небольшие работы со стен, оставить несколько больших работ и не выкладывать их на продажу. Хочу уже постоянное что-то, то есть как бы, чтобы был сформирован интерьер, потому что тут еще работ мало, а вот в зале у меня очень много работ висит вперемешку, все в разных рамах, все с разными стилями, в разной гамме. Конечно, такая мешанина получается, похожая на картинную галерею, но... Ну, не знаю, раньше нравилось, теперь уже не нравится, теперь уже хочется, чтобы был вот такой продуманный интерьер. Вот такие вот дела. Так что на вот сейчас у меня на первом счету вот эту работу надо закончить. И еще у меня три работы есть на заказ, которые... Две работы уже проплачены, одна работа пока не проплачена, но, в принципе, в планах. Вот, то есть на май у меня сейчас три заказа. Есть. И в промежутках как-то буду встраивать работы какие-то для себя, то, что хочется для души на данный момент. Вот такие вот творческие планы.